Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня по заявке я приготовлю суп такой лагман. И рецепт мне дала моя поклонница. Конечно, их очень много с разными компонентами. Ну, только лапшу надо было делать самой. Но вот я, конечно, взяла покупную такую. Лапша должна быть широкая, длинная. Значит, что у меня здесь есть? Говядина мясо, можно с баранины, с телятины. Я нарезала такими кусочками. 2 штуки лука у меня, это 150 грамм. 1 морковка у меня где-то 150 грамм. 1 перчина где-то 100 грамм. 2 больших помидоры, это 300 грамм. 2 картошинки у меня таких, видите, 300 грамм. Это 200 грамм лапши. Что я еще не сказала? Ну, все вроде бы-то, да? И еще понадобится нам зелень и масло растительное 100 миллилитров. Сейчас, значит, я овощи все очищу и нарежу морковь на тру. Порежу кубиками. И дальше буду показывать. И вот я уже овощи все подготовила. Видите, помидоры я в кипяток на несколько секунд сняла кожицу и нарезала кубиками. Лук тоже мелко нарезала. Перчик тоже. Морковку натерла на терке. А синие это баклажанчики и картофель я кубиком порезала. Сейчас я ставлю сковороду. Наливаю 100 миллилитров растительного масла и будем обжаривать мясо. Масло должно хорошо нагреться, чтобы мясо обжаривалось. Прямо по кусочкам обжаривайте его. Так в рецепте написано. И вот уже мясо у нас, видите, обжарилось, покрылось корочкой, я его снимаю, вытаскиваю все мясо. И на сковородку буду выкладывать лук. И вот на эту же сковороду от мяса я забросила наш лук. Далее забрасываем морковку. И продолжаем еще обжаривать. Далее, когда уже наше масло окрасилось уже в желтенький цвет, я забрасываю наши помидоры. И вот помидоры уже размякли, видно, да? Далее назад забрасываем сюда наше мясо и заливаем бульоном или кипятком просто. И накрываем и оставляем до готовности мяса тушиться, накрыв крышкой. И вот у нас уже полчаса тушится примерно. Я сейчас посолю 2 чайных ложечки и поперчу 1/2 чайной ложечки. И будем продолжать еще тушить, чтобы мясо было мягкое. Параллельно я поставила воду в кастрюльке. У кого есть бульон, можете поставить бульон. И вот вода у меня в кастрюле закипела. И я забрасываю в нее картофель и баклажанчики наши. И также наш перчик. Накрываем. И пускай варится до готовности. И вот, когда наш картофель уже сварился, я из сковородки все выкладываю в кастрюлю.
И вот у нас уже все хорошо закипело, и я забрасываю нашу лапшу. Буквально 5 минут проварится. Лапша эта на яйцах, и наш суп лагман будет готов. И перед окончанием варки я забрасываю чеснок. Я сразу не сказала, 3 зубчика у меня чесночка. Мелко нарезала, я его через пресс не пропускала. И зелень петрушки. И вот наш суп лагман уже в тарелочке. Приятного аппетита и удачи вам! Конечно, я изменила немножко, так как у меня лапши специальной для лагмана не было. Я лапшу забросила сюда. А если продается вот специально для лагмана лапша, ее нужно отварить отдельно, а потом отдельно закласть в суп, прямо в тарелочке. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких.